дамы и господа, специально для WeBurgers Live мы приехали открывать сезон. Мы на курорте Золотая Долина. Вообще, когда из автопарк. Правильное решение, я хочу сказать. Вот это реально вклад в развитие сноубординга. Дети, катайтесь в шлеме, иначе станете тупыми, такими же, как я. Мы пропустили 3 дня катания, но вот наконец-таки воскресенье. Никакое синичество. Человек за камерой. Двадцать третье октября, мы наконец-таки катаемся на сноуборде. Дайте спортсмен. Вы очумеете, но сегодня у нас в парк приехал уникальный райдер Скотт Стивенс. Скотт Стивенс, скажите, пожалуйста, как вам сегодня каточка? Довольно-таки неплохо. Очень приятно. Смотри, там Абрамов проехать хочет. Давай. Сейчас Саня будет выполнять трюк. Давайте посмотрим, что нам продемонстрирует Александр. У него получился уникальный трюк. Это у нас новый видеооператор. Юрий, представьтесь, пожалуйста, на камеру. Это Юра, он наш новый видит. Мы дали ему GoPro. Кэп, единичку, трешку, аут и пивасик. Да, Абрам трюк не увезет, мы домой не поедем. Сейчас я рандомно из головы выбираю трюк. Давай сделай бэктейл. Вообще случайно, вот вообще произвольный трюк, у нас Ваня вообще все трюки умеет делать. Любой трюк ему называешь, он все сделает. Проверил спад.